смотрю. Как вам жить по городу? Ну. Никто. Вроде. Точно никто. А если спросят, зачем приходили? Кто спросит? Известно. Кто? А, ну мы тогда скажем, тогда что... Тогда скажете, что ошибли адресом, перепутали дома, но они похожи, они действительно похожи. Так, что у вас? 40 метров, квартира. Никаких квартир. Мы говорим о тете, а не тетя. Квартира. Возраст – это метра. Так, сколько лет вашей тете? А, сколько лет нашей тете? Женя? Возраст 25-15. Ну, младшая, маловато будет, слишком молода. Так уж получилось. Посмотрим, что же у нас получилось. Все проходим сюда, к нашему большому экрану, и мы поглядим, что же вышло. Тут не снимался, просто наблюдал. Давайте посмотрим. Так. Можно все снимать на телефоны. Мотор, камера. Начали! Вы от кого? Отлично. Еще повторяем точно так же. I never really know what's going on.
наш, мы уходим. Thank you.
Прям скруглите спину, потяните лопатками себя назад. Да, вы будете держаться за стопы, чтобы не упасть. И подбородок мы прижимаем к грудному отделу. Вы можете аккуратненько повернуть голову, посмотреть, если вам очень хочется. Угу, тянемся. Данный вариант положения гормональной йоги, когда мы восстанавливаем баланс гормонов. И тем самым подбородок прижимаем к грудной клетке. Если доступно, вы можете вытянуть ножки чуть вперед. Если очень хочется, повисните, сделайте так, как вам удобно. Сделайте вдох, а с выдохом уведите ладони под икроножные мышцы. Найдите хорошо, а потом поднимайтесь из наклона. Сейчас будет самое сложное. Это оставаться в наклоне с расслабленной шеей, конечно. Обычно где-то выходит 60-70.